В этом году празднование Дня города в Химках состоится 1 сентября. Этой теме уделили особое внимание на общегородском совещании, которое провел глава Химок Дмитрий Волошин. Химчан ждет масштабная развлекательная программа. Желающие смогут принять участие в праздничном шествии представителей градообразующих предприятий и крупнейших организаций. Колонна стартует от стадиона «Арена Химки» в парк имени Льва Толстого. Там же пройдет фестиваль уличных театров. Каждый желающий сможет попробовать свои силы в открытом чемпионате по армрестлингу, который пройдет на фестивальной площади. В 18:00 на территории парковки торгового центра «Мега» начнется праздничный концерт. На сцене выступят звезды Black Star и другие известные артисты. В 22 часа будет запущен масштабный фейерверк. Также в этот день в парке пройдет презентация музейного комплекса, где будут представлены картины и фотографии с видами Химок. Все желающие смогут оценить выставку, после чего оставить свои предложения и пожелания по наполнению музейного комплекса. Мы построили большой музейный комплекс 1500 метров, которые будут располагаться в парке имени Льва Толстого. Это некое такое арт-пространство, где будут выставляться рисунки наших детей химкинских, картинная галерея, частично наше предприятие. Это очень интересное место. Затронули и тему электронной подачи документов. В настоящее время в МФЦ оказывается более 300 услуг, и наполовину из них можно подать документы через региональный портал государственных и муниципальных услуг. В обязательном порядке всем помогайте, чтобы все переходили через электронную платформу. Намного удобнее, намного быстрее, намного комфортнее, чем писать это банальное обычное заявление. Переход в электронный формат не только сделает процесс подачи документов более комфортным, но и поможет сократить время ожидания в очереди.